В Институте геологии и нефтегазовых технологий КФУ организованы дни компании «Сургутнефтегаз». Для студентов была организована работа площадки, где сотрудники познакомили их с историей и основными направлениями деятельности компании. В Казани представлены очень хорошие образовательные организации. Казанский федеральный университет является одним из ведущих вузов России. И это мероприятие мы проводим для того, чтобы самим посмотреть на студентов, оценить их уровень и дать ребятам возможность познакомиться с Сургутнефтегазом. Для оценки студентов компании проводится тестирование по направлениям подготовки и задания на решение производственных задач. В целом мероприятие направлено на поиск будущих специалистов. Лучшие могут претендовать на стипендии с последующим закреплением за структурными подразделениями компании. Нам интересно, чтобы в компанию приходили специалисты, подготовленные разными вузами, потому что специфика подготовки в разных вузах немножко отличается, и вот синергия различных знаний, различных способов подготовки в компании как раз формирует вот тот уровень компетенции, который нужен для решения важных производственных задач. Дни Сургутнефтегаза в КФУ продлятся до 1 марта. В заключительный день состоится ярмарка вакансий, а студенты смогут подать документы на прохождение практики или трудоустройства. Казанский федеральный университет давно ведет сотрудничество с Сургутнефтегазом. Сегодня мы сотрудничаем в области образования очень серьезно, потому что примерно человек 10-20 каждый год распределяются на работу в эту компанию. Кроме того, примерно столько человек проходит практику. Для нашего небольшого контингента студентов это достаточно такое весомое количество студентов, которые принимают участие в практической деятельности компании. Далее планируется расширить сотрудничество и в научно-технологической области. Артем Тупичкин, Виолетта Басова, Универньюз.